Ну, как вы знаете, с 1 числа начинается у нас тестовое пассажирское сообщение с Крымом. И, соответственно, с сегодняшнего дня на железнодорожном вокзале станции Мелитополь стартует предварительная регистрация пассажиров на этот поезд. Поезд будет отправляться с Джанкоя в 8 часов 5 минут. Прибытие на станцию Мелитополь 11:20, и, соответственно, обратный поезд отправляться будет в 16:05. Сколько пока будет вагонов? Значит, на период тестового режима мы планируем 3 вагона. Это порядка совокупно 240 пассажиров. Сколько он будет в пути? В пути поезд будет 3 часа, будет следовать без остановок, то есть пограничный контроль будет проходить по станции Джанкой. Угу. Как будет обеспечиться безопасность пассажиров, учитывая, что там... При посадке пассажиры будут проходить специальные досмотровые мероприятия в рамках протоколов безопасности, принятых на железнодорожном транспорте. Соответственно, такое же будет осуществляться и в Джанкой. В случае, если в тестовом режиме все пройдет, скажем так, хорошо, и будет спрос, планируется ли увеличить в дальнейшем количество поездов? Конечно, будет виден первоначальный пассажиропоток. Сейчас летний период. Я думаю, желающих поехать в ту или обратную сторону будет достаточно. Назначаются пригородный поезд 8-991, сообщение Мелитополь-Джанкой. Отправление со станции Мелитополь в 16:05. Для осуществления поездки вам необходимо заблаговременно зарегистрироваться в кассе здания пригородного вокзала. Для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность.